связи с коронавирусной инфекцией гражданам рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, то есть располагаться друг от друга не ближе 1,5–2 метров. Чтобы было проще соблюдать это правило, в местах массового скопления людей наносят специальные метки. Подобная разметка есть во всех продуктовых магазинах Ленинского городского округа. Скоро они появятся и на остановках общественного транспорта. Специальные полосы наносят сотрудники компании «Дорсервис». В зависимости от расстояния остановочного павильона до дороги, разметка расположится в 1, 2 или 3 ряда. От бортового камня 50 сантиметров от начала дорожного полотна до разметки. Между разметки 1,5 метра и между полосами, которые будут проходить, тоже 1,5 метра. Разметка имеет желтый цвет, чтобы быть более заметной для людей с нарушением зрения. По словам сотрудников Дорсервиса, всего в Ленинском городском округе более 100 остановок общественного транспорта. Если позволят погодные условия, разметка на них будет нанесена в течение 3–4 дней.